Этот бой правые проиграли. Сегодня выселяются последние семьи из квартала Гевата-Ульпана поселения Бейтель, а их дома по решению Верховного суда должны быть разрушены. Не помогли ни протесты, ни митинги, ни апелляции. Провалилась под давлением Нетаньяху и попытка провести в Кнессете закон, позволивший бы выкупить спорный участок, на котором более 10 лет проживали 30 еврейских семей. Закон, который предотвратил бы разрушение домов и принудительные выселения во всей Иудее и Самарии. Но и повторение душераздирающих картинок выселения евреев из Газы никому и прежде всего властям тоже было ни к чему. И это получилось. Жители квартала Ульпана согласились покинуть свои дома мирно в рамках соглашения с государством, достигнутым на прошлой неделе. Тем не менее, эту эвакуацию трудно назвать добровольной. Никто отсюда добровольно не уходит, несмотря на все компенсации и обещания. Это все равно, что у тебя отнимают ребенка, а взамен дают 10 других. Так что радоваться, что теряешь ребенка? И это евреи делают евреям. Горький, тяжелый, черный день в Израиле. Но мы сильные, мы справимся и не отчаиваемся. И будем строить с Божьей помощью. Операцию по выселению жителей квартала Ульпана, упаковку, вынос мебели и перевозку осуществляли более 100 сотрудников и подрядчиков Министерства обороны. Шаббат завтра семьи встретит уже в своем временном жилье, караванах, установленных на месте бывшей базы Цагала на окраине поселения Бейтель. Но на черных майках жителей квартала надпись «Одношув, мы еще вернемся». Я убежден, что через короткое время мы вернемся. У меня нет сомнений. Это горько, это тяжело. Это то, что не делают даже террористам. Дом убийц Семи Фогель, поселение Тамар, вопреки закону, так и не разрушен. А эти люди в чем виноваты? Здесь под нами стоит незаконно построенная мечеть, 100-200 метров отсюда. Есть судебное постановление ее разрушить, но его никто не выполняет. Мы пошли на соглашение, чтобы не было войны между братьями. За каждый выселенный дом будет построено 10 новых. Мы уже работаем, чтобы это осуществить. По соглашению между жителями Гевата-Ульпана и правительством, в Бейтеле будут построены 10 новых многоэтажек по 30 квартир, о чем израильский МИД уже уведомил своих друзей и недругов за рубежом. Возможно, такая реакция на решение суда отвадит пропалестинские организации от подачи сомнительных исков. Кроме этого, государство потребовало у суда отсрочку сноса домов до осени, ведь арабская собственность на эту землю так еще и не доказана. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для РТН, поселение Бейтель, Израиль.